самый красивый. Кто в озере не тонет? Сейчас мы в озеро запустим рыбу. Так, уберите, пожалуйста, все руки из озера, а вы отвиньтесь. Я сегодня не могу, я бы хотела. Очень хочешь, да? Ну хорошо, мы учим. Итак, давай сначала мы запустим наше озеро рыбу. Так, тот-то все время у нас в озере тонет. Уберите, пожалуйста, рыбу и башню. Иначе вы у нас утонете. Явно. Вместе с рыбками. Так и поплывете. Так, ну тогда подсказывай мне, как же ты будешь рыбку-то ловить? Именинничка. А вот что за хвостик, за голову, за ротик, за что? Вот просто интересно. Нет, ну а удочка, как ты ее будешь за хвостик ловить, за плавничок, как? Зачем? За хвостик, конечно. Ты ее должен удочкой. Считаем, кто же больше рыбок поймает. Держи. Вика, помогай Тюме собирать. Вика, Тюме со мной помогай собирать. Тюме помогай. Рассказывай, как тебе там. Ваня, мы ставим ведро сюда. Так, поставь вот себе ведро. Ты хоть и именинник, но правила, пожалуйста, соблюдай. Складывать ведерочко. Руками, пожалуйста, в озеро не наступать. Так, стоп. Действовать будете по моему свистку. Как только свистнув свисток, так игру начинаете. А мы будем с ребятами болеть за вас. Так, не готовились? Начали! Ваня, Артемий, ну-ка. Ай!
Там разымся, все кончится. Все сразу должны были разуться. Но мы что-то не подумали, а теперь уже все равно обратно идти. Скорее, скорее, скорее. А мы как-нибудь поймаем.
когда другая тетя будет. Ты зиму любишь? Точно? А зимой что у нас бывает? Давай мы с тобой сядем и поговорим. Мороз. Мороз, еще что зимой бывает? Тема, ты Мороз. Тема, я тебя не вижу, Тема. Вот сюда, пожалуйста. Иди к клоуну ближе. Давай. Тёма, иди ближе сюда, Тёма. Правильно, Саша, правильно, так ему и надо. Иди сюда, Тёма, в круг быстро садись. Тёма, сядь в круг, ты чё, как девчонка с шариком? Ты у нас что, девочка, что ли? Девочка, как тебя зовут? Мальчик, мальчик, не плачет. Посади его там. Давай, посади. Вы этой девочке не дарите. Отпускайте, Саша. Я отпускаю. Просто сейчас будет интересно, знаешь, как это? Вот так. Я сделала, а мне отмолвала.
братец Ярик. Правда, правда? Блин, я не отыгрался, да? Смотри, блин, что могло быть с тобой, да? Продолжаем. Не каждая разговор. Я не устану. Выглядите музыку. Не музыграй. Вот хороший. Ну давай. Третьего раза. Уже попробуем.